Привет, ребятушки! Вот выбрались мы на Вятку, деревня Сырьяны. Правда, вот погодка немножко подкачала, какая-то пасмурная. И дождик пошел. Да, пасмурная она, конечно, хорошо, но что вы без дождика? Вот. Как бы у меня тут камеру не замочила. Вот. Ну ладно, сейчас будем пробовать отправляться. Там вон щучка уже плещется, наверное, нас ждет. В общем, будем тихонечко начинать рыбачить. Ну вот, мы выплыли на Вяточку. Плавно, да. Как сказали, что вода вроде бы маленькая, но я что-то этого не замечаю. Может, она, конечно, и так. Так, что уже собрался кидать? Просто складываешься. Тогда мне надо будет карабинчик. Вот такая вот река. Там кто-то плавает тоже уже. Ладно, будем смотреть, блюдить. Самое страшное. Сейчас это пройдем, там нормально будет. Там еще вот вместе меня тоже. Перед самым концом. Ой, я не знаю, где там конец у тебя. Это кто? Чё это такое-то? Ты посмотри клюв-то. Чё это вообще? Чтоб тебя-то не зацепить. Там коряги сбоку-то. На них и плывем. Плывем. Какую-нибудь бы ямку обкидать. Собирал вчера. Холодильник, ну, в смысле холодильник, сумку-то переноску. Накладываю. Жена, что-то у тебя там так вкусно. Я аж сама захотела. Ну, блин, хочешь, говорю, ешь, я еще настругаю. Нет, говорит, после 6 не едим. Серьезно, после 6 утра не едим. Блин, вроде и местечко такое неплохое, чтобы не клевать. Ну, что, все равно. Денно-ношно ездят и все равно ловят. Нет,
Хотя грыдёный нож наездят, наверное, так все равно ловят же, че. Чуть куда-то же она тут. Не одна же она тут. Тут сильно глубоко, нет? Полметра. Да не пол. Вот я думаю, поди воблерочек поставить. Попробовать. Может, воблерочком получится. Как раз опробую воблерочек. Новый. Разрыл тут, как посоветовали мне какую-то косодаку, но я что-то думаю, что 600 рублей как бы... Вот такая вот штука, но это не косодака, которую мне там посоветовали, это поменьше стоит, всего 300 рублей, по-моему. Вот ты зараза, блин. Давай-ка туда. Надо туда было херачить. Что ты хочешь? Туда подплыть? Я говорю, она тут есть, все равно. Хоть сколько ты раз тут проедешь, она все равно есть. Не каждая клюет. Какая-то голодна, какая-то сыта. Кстати, мне тут сказали, ну не то чтобы сказали, а типа, если щуку поймаешь, сломаешь ей хребет, то она типа не катунет. Не знаю, насколько это правда. Но нужно проверить. Так что давай, лови. И будем проверять. Там-то хороша долбанула. Летит хорошо. Вроде легкая штука-то. А летит хорошо. И катушка не шабурчит из нее. Наверное, сколько она заглубляется-то, написано 1,2 метра. Да, я вообще не вижу. Что, вода такая грязная? Ох ты, блин. Кто-то был. Кто-то был. Аж катушка из рук выскочила.
Ну, плот какой-то. Тут что, тоже как-то подходят, подъезжают, что ли, есть? Нет. А? О, блин. Я же думал, в таких-то местах точно ничего нет. Вот что-то, ну, блин, ничего не клюет. Не хотит. Давай попробуем на джик. Что делать-то? Вдруг джик клевать будет. А вот. Так, что у меня там? Тестерочек. Так, ну такое клюну. Нет? Не в твоем вкусе? А какой цвет тебя привлекает? Я вот что-нибудь зелененькое схватил, такое яркое. Ну, вот летит хорошо. Просто замечательно. Все бы клевало так же замечательно. Вообще замечательно. Замечательно, замечательно. Сюда? Так, мы, наверное, что, до поворота. А с поворота и идем? Нет? Не, ну странно. Окунь должен долбить, блин, чё. Не должно такого быть. Чё, окунь и не долбил. Не, что-то как-то не весело. О, есть, есть. Все. Давай, доставай. Чё, сам не будешь снимать, что ли? Ну вот, первый уловчик. Такие вот у нас внушительных размеров щучки водятся. Так, ты у меня тут удочку сломаешь. А еще одна есть. Вот такая вот. Прям, ой, экземпляр. Большой. Так, ладно, иди. Весь испачкался такой. Вот я говорю, наверное, красненькая что-то. Я говорю, надо красненькая. Ну, начало... Так что, сычок он тоже влияет. Конечно. Помнишь, как тогда? Не было? Я наклюнул. Ты откуда взял? Ты с середины, что ли? С середины, что ли, взял? Я говорю, что белый хвост, красное тело, тестера. Ну, у тебя-то виброхвост какой-то, да? Вроде. Виброхвост. Так, кстати, мне тоже надо. Окуня. А
я вообще тоже забыл, когда последний раз на него рыбачил-то, в принципе. Но, видимо, тут это преимущество в этом плане. Главное, помазали в лодку щукой для привлечения. Да куда я вообще? Не, его съесть-то, конечно, можно, но... Если есть еще 2-то года. Кто-то подниматься. Где? Железка-то, которая была? Железная-то была, которая лодка-то, нет? Есть у меня все на эти виброхвосты рыбачил. Постоянно принесу. Не, вертушки, короче, что-то не работают. Дай-ка попробуем все-таки братанчику поставить. Где-то у меня тут есть виброхвост. Хорош. А вот такой. Блин, как его достать-то? О. О, какой. 100 лет в обед, которому еще есть он такой, а он такой же самый. Так, на него и попробуем. Авось что-нибудь и клюнет. А? Не, что тут так мелко-то по земле долбится. Народу было. Ну вот. Он это? Нет? Тина. И все. Больше ничего тут нет. Что, Тина-то откуда здесь? Блин, я уже зацепил Тину. Господи. Куда? Туда? Дай-ка поменяю блесенку. Чувствую, что блесенка нужна не такая. Что там за заводёшка, тоже как бы речушка.
А, просто заводь. Ой. Ни хрена я. Блять, вовремя зацепился. Кроме того, что ямки нет, так еще и зацепы. Да что там зацепился-то, блин, трава есть следы. А бревно. Понятно. Не могло же все быть хорошо. Так я тут нифига себе бревно тащил. Блин. Я его реально тащил, она вон взбаламутилась. Сейчас, погоди, я тут обкидаю немножко. Назад немножко отплыви. Так-то тут надо поппером, типа. Поппером. В этом месте. Сейчас еще разик долбану. Да чтоб тебя, опять-то туда зачем? Опять-то туда зачем? Нравятся мне вот такие закутки со стоячей водой. Закуток там запуталось. Ух ты, блин. Коряга, наверное. Думал, цепанул. Наверное, каждый уже проехал и обкидал. Вот я что думаю. И даже если бы тут что-то было, то его уже здесь нет. Коряга. А? Коряга вообще. Какая рыба тут? Прикалываешься, что ли? Деревянная безглаз. Что тут еще у нас есть? Че, блин, опять запуталось, что ли? Не чувствую напряжения. Ну, что там, блин, провокатор, что ли?
Ага. Ну, тоже неплохо. Ага, смотри какая. Ну, самое что ни на есть. Мощная. Спелая, сочная, зеленая, главное. Так. Сейчас попробуем. Вдруг выцепим. Ну да. И желательно лодку носом туда повернуть. О, типа того. Они бывают, на пляж-то выходят. Ох ты, блин, а я-то, блин, обрадовался. Да, да. Прикалывайся сейчас, ну, прикал. Не, было что, ловили ведь. Странно, вроде все. А, ну да, одна одинокая коряга. Такая маленькая, блин. Такая противная. Одна единственная. Ой, на всю реку, блин. Ты что, смеешься надо мною? Не, наверное, здесь рыба кончилась или не начиналась. Ну вот, первая добыча. Не знаю, это же брать его, не брать. Пачкаться туда из-за него. Как я его так поймал-то? Вот как? Господи, боже мой. Просто ты парень мимо проходил, да к нему он жить-то будет после таких ран. Я вот как это, большую крупную рыбу-то берут, это, ну, держат-то как бы там. Вот он какой крупный, давай. Плыви, плыви. Ой. Да. И ведь там-то рыбачили, поймал мужик-то. Не крупнее ведь. Щуреночка-то. Эти самые лодки. И он, наверное, просто шел рядом. Он не хотел. Позаигрывал. Позаигрывал. Вятка что-то не радует совсем. А ты-то куда предлагал? В подрещиху? Или вообще никуда не предлагал? Ну, так-то. А зачем? Ну, да, вода. Вино уже. А, давление? Я тебе еще хочу сказать, давление упадет, она лучше клевать будет, она же будет вообще такая вяла. Ну да где? Сейчас он два дня уже не гигуй. Два дня уже не это. Два дня уже. Да, теперь вся утка ваша. Ты говорил, тот, как бы, как это сказать, отрезок был хорош.
как-то ничего там на том отрезке, вообще никаких поклевов. Но говорит, это самое, что дождь обещали после обеда. Или в обед. Не, ну это-то да. Значит, ты, товарищ, у нас раскодировался, получается, да? Так что, надо когда-то казана пробовать? Нет, тут ты в трех не собираешься, нет? Ну, не скажи так. Сначала в салон отмет, не скажу. Да блин, думал делать печку для казана. Посчитал материалы, блин, готовый стоит столько. Так я думал, но что-то... Кирпич есть, желания нет. Но кирпич красный есть. Если интересно, надо бы отдать. Могу отдать. Нет, у себя-то. У себя-то. О, блин. Окунек. Окунек. Отошел. Окунечек, окунечек, мы на эту хрень не напнемся. Или что, мы обходим ее немножечко. И нас куда-то тянет еще в большую хрень. Так, давай. Рули, рулевой. Что там? Надо еще. О, прошли. Здесь вроде бы рыбы должно немерено быть. Нет, видимо-то видимо, понятно, там прикол какой-то. Видимо, не видимо. Ну вот что-то никого. Видимо, не видимо, значит. Да, хорош у тебя якорек-то. Болванка такая. У меня гантели. Цепиться-то с ней сможем. Ну, ты чё там? Чё, тащит? Главное, что не на сухую. Что есть немножко, но есть. Что есть, то и будем есть. Да ёп, это чё? Так почему? Как они это делают? Зачем они это делают? Не мучай. Блин, жабры ведь засандалил. Прям гигантских размеров. Так, что-то навевает. Не дождь ли бы начался.
Ну рядом идет, блин, видимо, цепляется, просто тык и все на жаберную крышку. Даже не сам клюет. Интересно. Все-таки стаю создают. А, знаешь, это ездить, снимать так, и как это, в ревизор. Здесь рыба есть, одобрена. Здесь рыбы нет. Не рекомендуется для рыбалки. От такого плана. А попробуй, знаешь, вести это самое, пару раз дернуть, вести пару раз дернуть так, из метрик. Ну, ты в процессе как бы раз, просто поддергивай. Окунь-то как бы любит такие телодвижения. Да какая разница, хоть что-нибудь. Что-нибудь грибит, да. Я от щуку как бы, ну не знаю, блин, кому как. Ловить люблю, есть она. Как бы такая костлявенькая. А окунь на мангальчик. Ух. Вообще красоты. Или прям целиком в масло его. А? Не, почему? Имеется в виду цельного в этот, в казан. Раз, обжарил, достал. Подумал, лестница. Давай, греби отсюда. Что ты, Дениска, в отстающих? Давай, догоняй. Не, так по весу-то ладно, я по головам. По головам, да. Ты хоть, я не знаю, блесну. Не, хорошо, что уже поймал, уже хорошо. Уже понятно, что на тебе никакого проклятия нет. Вот. Все хорошо. Это просто обычное стечение обстоятельств. Рыбу просто не клевало в тот момент времени. Промежуток. Мне он тоже ни одна не клевала. Все рядом. А поймать все равно нужно. Домой придешь, без рыбки жена в восторге не будет. Она не чистит чешуя. Дело-то не в этом, а в том, что если я ничего не поймал, значит я просто провел время зря. Потратил, точнее, не провел. Ну, что я тебе могу сказать? Кто ведь как рассуждает? Для кого-то это отдых считается, хотя не знаю, насколько это отдых. Ох. Хороша. Нормально, съедобная. Давай, тихонько. Так, вот она, красавка. Тихо. Про нее и говорили. Так, что, в этот, в садок? Или хребет будешь ломать? Ну что, эту-то берем, съедобная? Что-то у нее какой-то тут прыщ. Так, где там садок? Ну вот, уже не зря съездить.
Что, грамм 500-то есть, не? Дай бог. Так, ты бы мне помог. А то уже снова закидываться. Так, его надо будет потом еще как-то привязывать. Зачеты бы. Так. Так, и, короче, вот, типа того. В смысле, дырявый? Не знаю. Так можно? Нет, закрывать-то зачем? Можно и так. Да я понимаю, я просто так, чтобы. Вот почему она не клювала, не клюнула на, например, вот эту. Блин, она меня пугает. Может тогда ее достать? А? А, ну ладно. Не, уйдет, не уйдет, конечно. Другим расскажет, как ты говоришь. Блин, по губам кому-то. Понятно. О! Ах ты, блин! Зараза. Ну, наверное. У него маньяк, не, мне так-то нравится вот в эту сторону, потому что она как-то по течению тянет и... Так. Ну, вообще-то ладно. Лишь бы не стухло. Или что, в пакет переложить поди? Если что, у меня есть пакет, если не брал, так. Тогда из кармана у меня бери. Даже не наткнемся там ничего. Так, сейчас отдам тебе. Зараза. Сейчас бы лишь бы ее не отпустить. Еще. Вымыть садок-то. Не для тех я целей садок взял, наверное, все-таки. А Антоновку бы сгонять. Сидеть, говорят, линь есть. Не любитель линя. Линь хороший, толстый, когда так вообще замечательный. Дофига в нем всякого. Мне что-то. Это тоже, видимо, не нравится. Такую вот рыбку. А, у нее еще здесь крюк сцепляется, тройничок снизу. Я-то думал. Что-то не такое. Ну я. Та-ра-там.
Попробуем на четверку, на белую. Может быть, на нее будет клевать. А что-то пока совсем никак. Такая вот малочка беленькая. Немного ржавая, но это даже прибавляет красоты. Вдруг покуситься. Даже не красоты, а эффекта. Что-то мошка нападает. Что бы это значило? Кто-то едет. Берегов никого, на середине тоже. Что это такое? Где рыба? Белая я на самом... рыба. А? Белая рыба там в заповеднике. Так тогда мне смысл-то с этой блесной. Если белую рыбу никто не значит, на этот блесну. А, ты в этом плане. Это все равно должны быть экземпляры, ты че? Все должно быть, но что-то нет. Все должно быть, но что-то вот ничего нет. Река-то не мала. Тут, по идее, блин, ее все равно должно быть. Если не отравили, ничего, так что-то... Какая бы ей разница? И каждый год рождаться все равно не по одной штуке, блин. А пачками целыми. Даже окунь, так и тот, по идее, должен клевать. Потому что, чё, ну, блин, не одна же две штуки его на всю реку. Хороша, хороша. Ну как, относительно хороша. Вот так вот. Видели, да? Все видели. Вот такое оно бывает дело. Да. Хороша была. Но не моя. Ну ничего. Всякое бывает. Бывает в жизни огорчение. Ну ничего, вот он сюда едет. Всю рыбу испугает. Перекусить, говоришь? Ну что, на пляж поедем? Ох, ты, блин, опять что ли? Да как так-то? Опять зацеп. Ну все, кидали. И не хватало, а тут взяла и хватанула. Тоже непонятно. Может, она не яркая. Из этого и хватанулась, нет? Блин, там, наверное, бревно. Бревно, наверное. Ух ты. Ну да, бревно.
Что, бросил уже? Угу. Да? Угу. Ну, обкидывай пока, что все равно стоим, да. Авось. Кого-нибудь. Сколько там человек-то может? Три дня без воды-то? У нас тут 4 полторашки, так мы что, можем на неделю остаться? Хотя, тут воды-то предостаточно. Вроде не соленая. Ну да. Всю жизнь пил, чем хуже сейчас уже. Ладно. Перекусить немножко. Ну что, ребята, надо немножко перекусить. Сейчас перекусим. Посмотрим, что-то погода как-то поменялась. Какой-то ветер появился. Вот. Без всякой рекламы. А то скажете, тут рекламирую тушенку. Да. Лишь бы дождя не было, а так все нормально. Ладно, пока перекусим. А? Недолго осталось. Недолго? В смысле, доехать-то уже до конца? А чего мы так мало взяли? Кого? Расстояние от этого, говоришь. Дофига с ним. Ладно. Ну вот. Отобедали, можно и еще. Да, можно и поспать. Но мы не спать сюда приехали. Вот. Сейчас посмотрим, что тут у нас есть. Оккупанты со всех сторон. Только отъезжаем от одного места, приезжают другие. И так и меняемся друг за другом. Короче говоря, проходной двор. И все уже процижено. И ни о какой рыбе тут, наверное, и речи нет. Круглые сутки едут туда, сюда. Надо что-то спокойнее где-то искать. Наверное, надо на севера податься. Да? Но... Там, где рыбы много. Короче, туда, где нас нет. Наш, типа, крайний север не считается. Хитрая щука попалась. Дождала момента и решила скрутить свечку. И у нее это удалось. Наверное, у меня просто крючки старые. Наверное, уже жало. Слишком. Туповато стали или вообще обломились краям. Но с другой стороны, с первого заброса, считай, что на новую блесну с первого заброса сразу же хватануло. До этого обкидали все, никаких попыток даже не было ни на что. А тут раз и взяла сразу сходу. Так вот, бывает. Хорошо ты устроился, я тоже так хочу. О, да, в сапогах, конечно, не кайфово, дай-ка я сапоги сниму. Ах ты, блин, что такое, да, сапог снять не могу. Вот эти, старость, а это что такое? А? Лодки-то две стояли здесь. Одна на берегу, одна перекрывалась. Здесь лодки были? А я что-то не видел. Не помню. Интересно, все-таки когда же я... О, есть. Была. Наверное. Интересно, когда я воспользуюсь вот этой штукой все-таки. Она у меня столько лет лежит, этот... Как он называется, этот медицинский инструмент? Зажим? Но мы его будем называть экстрактор.
такого плана. Ну хотя нет, экстрактор уже есть. В пасть вставляется, разжимает пасть. Вот. А это, наверное, все-таки. Да, пускай будет все-таки зажимом. Оно и правильнее. Хотелось бы, конечно, когда-нибудь им воспользоваться, но что-то, видимо, наверное, не придется. Ну давай нас это в рыбные места-то завози. Это ветру уже. Это уже к ветру село просто сюда подует. На, кстати, компас попробовать врубить. Посмотреть, откуда дует. Прохладный такой, так, наверное, все-таки северуга, северо-восток. Может, еще, знаешь, солнце, все такое, так она шугана. Где-то же она тут есть, все равно же где-то остановилась. Ну, то не она, наверное, была тут. Дальше. Ну вот. Ох ты. Долбануло. Долбануло. Промахнулось. Кого она там, интересно, на берегу-то посла? Окуня. С наркотой. Почему она не впереди плеснулась? Можно было бы обкидать хорошо. А так считай. Ничего. Странности какие-то. Нет, что-то вообще. Так-то вообще бы сходу раз и все. И тут даже разговоров бы не было. Что-то вот. Что-то вот не то. Видите, глубина-то приличная, да? Может, тут этим надо. Воблерочком. Попробовать. О! Че? Отошел? Да. Отошел. Зацепился кто-то. Отошел. Отошел. Ну хороша там была штука. На сколько? Да, мне кажется, поболее было. Что долбануло-то так. Хорошенечко. Всегда интересно было принципиально, какой лепесток. Они может просто вибрацию чувствуют или что-нибудь. Я думаю, стоит ли вообще крутить, может закинуть и это. Опять кто-то дернул. Что-то мы как-то разгоняемся. Не, нормально она идет. Че, блин, весь берег хороший. Че не это самое? Не клевать. А тут поди есть кто. Кустик хороший. Будем надеяться. А кто-то у кустика плещется. Тут, наверное, таких, как мы-то, этот куст уже
Сусек Стром. Как только не убили. Он как знает, блин, где под это остановиться. А? Раньше дед за грибами ходил, за рыжиками. Идет, ну это по мамке. Идет в лес, собрался. Сосед раз видит, что тот идет, и за ним. И идет тихонечко. Тот в лес раз идет. Ага, рыжиков нас. Это самое. Какие, короче, хорошие. Забрал себе, какие червивые оставил там же. А тот идет, все собирают за ним. Вот. Домой приезжает, значит. Сосед-то у него в бочку, все водой заливает. Все черви всплывают. По банкам засаливают. И в Киров продавать. Вот так вот. Бизнес, блин. Были грибы обычные, стали с мясом. Че, кто-то сидит? Кстати, он там плеснулся. Недалеко от пыли-то мы. Ненормально. Дорогие, ну. Что там, не помню, сейчас пройдем. Оно не клюет. Да блин, муха. Пристала. Не клюет что-то. Совсем. Никак. Совсем. Ну. Одинокая утя. Вот. Дождались наконец-то еще одного товарища. Аж на целых 3 крюка. Или на 2. На 2. Ну вот, не зря приплыли сюда. Тудым-сюдым. И там едут, и тут едут, со всех сторон. Вода-то холоднущая. Чай. Что, все, лень напала. Печально. Ну выше что-то еще клевало. Здесь что-то совсем. Ну, погнали. О-о-о. А, я думал, кто-то гонится. Думал, что кто-то гонится. Утки плывут.
Ох она. Так. Так, под лодку, зараза. Под лодку. Так. Так. Так, так, так. О, отлично! Хо-хо-хо, шикардос! Вообще нормально. Вот она. Не, камера включена как раз таки. Красота. Я видел, что она здесь сплеснулась, но я хрен его знал. Ну вот, все, не с пустыми руками домой. Ага, все. Эть, красавица. Вот это уже под кивышек. Тихо, тихо, тихо. Тихо, не надо меня. Не надо меня. Тихо. Так, у меня вот нету сумки. Разберемся, чья кого. Да, блин, тихо. Так, тихо, тихо. Вот, красавица. Тихо. Сейчас все руки раздеру. Ну вот. Почти трофей. Можно было бы и покрупней. Да. Я видел, что она плеснулась. Так, куда-то положить-то. Ну вот, не зря съездил. Хоть что-то сейчас домой привезу, жене покажу. Ой, ты слышай, блин, вот у меня видео подтверждение на этой. Все, солнышко аж вышло. Да, я как говорю. Так, наверное, надо грести, наверное, отсюда. Второй раз считаем на мэпсов. Там тоже, наверное, вот такая же была, да? Поменьше. Блин. What the fuck? Больно уж она вводила это, блин, туда-сюда. Зараза какая. Надеюсь, на камеру это все попало. Блин. Всегда так бывает. Под конец, блин. Уже расслабишься, а на тебе. Ну так это ведь хорошо, когда так. Может, конечно, вот смотри, в какое время поехали. С утра вот ничего толком. А сейчас, может быть, она то самое. Может, погода вот поменялась. Как говорится, ветер там или еще что. Кто я знаю. Ну вот, сак пригодился, прикинь. Оправдали. Значит, все. Сак — это нужная вещь. Ой, я-то бы извелся, да не, что, у меня доказательства есть, что я не просто так съездил, то есть она клюет. То, что я не достал, это уже другой разговор. Видишь, сложнее доказать, когда нечем подтвердить. Вот. А тут, видишь, она вот как выпрыгивала, хоп-хоп, фуры-фуры, туды-сюды. Нихуя себе, щуки, блин, в жабрах такие эти. Тоже типа зубы, не зубы, как это. Руки, ну руки-то и задрать легко, блин. Вообще. Мелко. Зацепил. Зацепил. Молодец. Вот она. О, это хорошо у тебя заглотило. Че, опять?
Давай. Так, ну давай, где там пакет? Ну, а что тут долго-то? Что тут долго-то с ней? Вы что, на мель встали? А-а-а. Как она у тебя там хорошо из-под берега-то долбанула? А что ты зачем достал? Ну, не знаю, я просто думал, откидаемся. Ох, есть. Есть. Ну, у меня не крупно. Не крупно, хотя. Так. Есть. Окунь. Ну, вот. Нормально. Так, давай пакет там. Я подумал, щучка, потому что вела-то так, что за жабу не зацепил, так. Че, неужели что-то вот поменялось и начался клёв? Тут какая-то старица. Островочек. А, мы же ближе. Вот тут вот на бугорочек, да, вроде? Или нет? Там поди вот есть кто. Интересно, на перекате вот бывает, кто стоит, не стоит. Тот же этот судак, например. Он на скосах обычно стоит, вот как раз гребень где есть. Точно говоришь, туда не это сама? Никак. Точно говоришь, туда никак? Там, наверное, неплохо. Наверное. Ну все. Можно даже стоя. Наверное. Хотя здесь, наверное, все обдолбили тоже. Так я понимаю, что, наверное, ее тут нет. Что ее тут либо выдолбили, либо я не знаю. Но топляк есть. Че, давай, обкидываем. Прям местечко вообще шикарное. Но рыбы здесь нет, потому что ее, наверное, здесь выдолбили уже. Но место офигенское. Так. Оп, есть. Ах ты, блин. Окунь. Окунь отпавший, да. Ох ты, блин. По зубам. По зубам. Да, блин. А, зацепился. Зацепился. Оп, блин, зараза. Кто-то был и, короче, завел меня
кусты. Ой, в кусты, в коряги. Здесь вот коряжина. Так, ухо подставляй. Ох ты, ох ты. Давай, бросай, бросай. Кто-то кого-то гоняет, не знаю. Блин, по зубам. Кто-то кого... А? Не знаю, насколько бревно. Но кто-то кого-то гоняет. Блин, красота тут такая. Все как надо. Травка, деревяшечки, коряги всякая. Клюй не хочу. И огонь-то неплох был. Соскочил. Засранец какой. Не захотел быть добычей. Что, уже нет, а не кидаешь, опять зацеплюсь, да? Ждешь я. То ли мелко, то ли что. Ну. Кто-то же кого-то подгонивает. Кто-то же с кем-то дружит или не дружит, охотится. Вот, ребятки, закончилась наша рыбалочка. Вот такой у нас улов. Сейчас немножко вывалю. Вот. Три щучки и пара окуней. Ну и все то, что вы видели. Что сходило, что срывалось. В общем, как-то так примерно. В общем, спасибо, что смотрите видео. Всем удачи, всем пока.